Чарли Вен, конвенте он диа. Уже завтра этого не будет. А почему ты решила вообще сегодня вызывать? Ну я думала, почему бы нет? Мы давно с тобой никого не вызывали, думаю, вообще пофиг. Да, я согласна. Я тоже давно никого не вызывала, потому что в прошлый раз, когда мы вызывали, это было, ну, страшно. Не очень, короче. Да, я согласна. Поэтому сегодня как-то тоже не сильно я готова, но, знаешь, перед Новым годом, да? Последний раз. Да, по-любому никто не придет, все это полное вообще, че, фигня, короче. Ну да, в тот раз, когда это был, это, я думаю, какое-то, не знаю, просто какое-то совпадение. Хотя ты говорила, что сегодня нашла какие-то слова, да, которые можно сказать. Угу, да, в интернете загуглила. Я отстала. Да, надеюсь, что они подействуют. Вон, если что-то получится, мы выпустим это видео обязательно. Какие там нужно слова сказать? Чарли Вен, конверте он диа. Угу, ладно. Чарли Вен, конверте он диа. Чарли Вен, конверте он диа. Чарли Вен, конверте он диа. А потом что нужно сказать? А потом на русском. Ага. Чарли, явись, на день останься. Чарли, явись, на день останься. Чарли, явись, на день останься. Ты подготовил какие-то вопросы? Да. Ну, ладно. Ну, давай ты задавай. Чарли, скажи. Что это было? Мы же должны как-то проверить, явился он или нет. Так, Чарли. Чарли, отмечу ли я Новый год без приключений? Серьезно? Так, во-первых, я даже не знаю, чему больше удивляться, тому, что ты отметишь с приключениями, или тому, что вот сейчас вот это вот двигалось? У меня руки сейчас трясутся. Сейчас я, все будет хорошо, все будет хорошо. Так, это видео, значит, точно выйдет, потому что если у нас получается, значит, оно выйдет. Жесть. Ты опасен для нас? Он двигается в сторону, да. Да это просто, наверное, сквозняк. Да. Давай ты. Ладно. Ё-моё. Так и знала, не надо было вообще подписываться на это. Ну, да. Нас просили, чтобы мы сняли это, и мы снимаем. Чарли, ты любишь зиму? Серьезно, это ты сейчас сделала? Да нет, не я! Все, я в это больше вообще не участвую. Все равно ты у меня дома, и у меня он поселится, а не у тебя. Очень смешно. Вот я вот сама хотела связана с этим миром, но, блин, мне все равно всегда, вот когда я что-нибудь вызываю, мне всегда страшно, даже если получается, не получается. У меня тогда брат вообще сильно испугался, когда мы вызывали там, не помню уже кого, Бену Топленко, по-моему, или что-то типа того мы вызывали. В следующем Новом году у нас будет все хорошо. Я, по крайней мере, все, короче, до свидания, мне больше этого ничего не надо. Давай, пожалуйста, я тебя очень прошу, Катя, пожалуйста, давай еще разок, пожалуйста. Я тебе понимаю, что мне еще жить да жить. Но он же не существует, правильно, наверное. А кто тогда, что это вообще происходит тогда здесь? Я не знаю, ну, ты останешься здесь навсегда? Опять вообще просто невозможно уже. Как так-то? Эти карандаши, они там с батарейками, что ли? Кто-то прикалывается над ним, наверное. Потому что я рассказывала, что мы будем вызывать, поэтому что-то тут вставили. Я вообще в это все не верю. И даже то, что вот это все крутится, то тоже нет. Да пусть крутится. Зададим такой вопрос, чтобы если он ответит правду, тогда это уже не шутки. И задай такой вопрос, который, ну, только знаю, ты знаешь только ответ. Я. Да. Чарли, у меня проколоты уши. Я, может, думала, ты проколола, но нет. Нет еще. А будешь? Не знаю еще. Короче, давай завязывать за всем этим. Давай еще по одному вопросу. Ради подписчиков твоих и моих. Фух.
Я сейчас задам такой вопрос, который вообще неправда. Я живу в Москве? Офигеть. Вы потом что, должны за расплатиться, что ли, своей жизнью ради вот этих вот всех вот приколюшек непонятных? Может быть, нам в том году поэтому и не везло, что мы вызывали? Не знаю, короче, уже. Ну это жесть, да, он явился? Нет, мне кажется, это просто... ну ты... А если это не он? Да это нереально просто. Чарли, ты точно останешься у Лии дома? Я закормить еще одного. Мне вот смешно, мне нет. Ты вот сейчас домой поедешь, а это у меня фигня. Хочешь, я у тебя останусь с ночевкой? Ты обещаешь? Давай, нормально все будет. Ничего, не переживай, никого нету, все. Ты успокойся. Мы сейчас нормально с тобой отдохнем, спать ляжем. Все, это да ничего, это забудем уже завтра с тобой. Уже завтра этого не будет. Этого дурдома, б***ь. Ладно. Все, давай успокойся, пойдем лучше какой-нибудь телек включим и давай пораньше спать ляжем, что мне завтра на работу. Кош, ты что задыхаешься? Киса, ты чего? Киса? У нас кошка начала задыхаться. Киса, киса. Все хорошо. Ага, а если у нее Чарли вселился? Да ладно, я молчу. Ладно, успокойся, все будет нормально, серьезно, нет никакого Чарли. Офигеть! Иди, включи, пожалуйста, свет этот центральный. Короче, все, быстренько, все. Все, короче, убирай, пожалуйста, да. Это все. Святой водой перекрестим и спать. Мы решили узнать, что же будет, когда мы будем спать. И поэтому я решила включить камеру. Катя, привет. А секси я молодость. И все, и сейчас я выключу свет, мы будем спать, и если что-то произойдет, то мы это потом увидим на камере. Катя, Катя, ты слышишь? Чё? Катя, слышишь? Чё? Чё это такое? Телевизор включился, смотри быстрее. Бля. Боже, что происходит? Я вас потеряла. Делай уже, я не знаю, выключай. Так, сейчас. Выключай, вызывай ментов. Смотри, он не реагирует. Да ты можешь выключить его. Нет, я не могу, он не выключается. Что за х**ня? Лия, звони кому-нибудь уже. Да он не нажимается, он не реагирует. Боже. Жесть вообще, это что за фигня вообще была? И что мы скажем в полиции, чтобы нам включают вот это вот на канале или что это было сейчас? Я не знаю. Короче, собирай свои шмотки, поехали ко мне. Да, нафиг это надо. Собирай вещи, все собирай. Body got me mystified. The things I wanna do, I can't even justify. Just wanna see you move, baby, look me in the eyes. God, they pretty too, you ain't got nothing to hide. Yeah,
Watch out for the pretty ones. They move fast like they living in the city once. Too much sass, but they draw you in with witty tongues. It won't last, she gon' eat you, she a twisted one. Yeah, the way she move that body round, got them pouring up, drown. Try to guzzle it down to the courage they found. Talking to her right now, she gon' shoot them all down. Just another in the crowd, yeah. And I don't really know why, but I always have to go try. A gypsy and some